Каждый день наш организм сталкивается с токсинами. Они попадают в организм и вызывают разные болезни, поэтому детокс организма надо делать регулярно. В этом видео мы расскажем о способе, который использовали мудрые японцы для выведения из организма всякой гадости. Для реализации этого способа очистки организма вам не понадобятся сложные и дорогие ингредиенты. Придется взять всего один стакан перекиси водорода и одну столовую ложку имбирного порошка. Для начала необходимо наполнить таз горячей водой, добавить туда перекиси и имбирный порошок и тщательно перемешать. Затем опускаем ноги в такую ванночку и принимаем ее в течение получаса. Эта процедура восстановит клетки и поврежденные ткани и быстро выведет из организма токсичные вещества и вредоносные бактерии. Показаниями к началу применения таких ванночек является даже легкое ухудшение самочувствия. Прислушайтесь к своему телу. Если вы страдаете от постоянной усталости, раздражений на коже, отечности, вздутиях живота и помутнениями сознания, значит, принимать японские ванночки необходимо начинать немедленно. Плюс постарайтесь отказаться от алкоголя и сигарет, не употреблять сахар, жирные продукты, не попадайте в стрессовые ситуации, не волнуйтесь по пустякам. Будьте здоровы и очищайте организм от всякой гадости правильно. Приобретая товары по нашим ссылкам в магазинах наших партнеров, вы получаете лучшую цену и помогаете развитию канала. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте все необходимое. Стараемся и работаем для вас.